преддверии замечательного праздника, дня 8 марта, мы проводим традиционный ежегодный кулинарный турнир! Салаты, блины, выпечка – все в креативной подаче. Женский день во Владивостоке традиционно отмечают настоящим пиром. Свои кулинарные таланты в этот раз демонстрируют и женщины, и мужчины с ограниченными возможностями здоровья. Кулинарный поединок призван показать, что, несмотря ни на что, представительницы прекрасной половины способны творить на кухне чудеса. Вообще-то, в принципе, женщинам нравится готовить. И когда-то, когда мы только начинали, женщины предложили такую идею, мы ее поддержали, и вот она у нас стала такой традиционной, народной, им нравится, тем более мы собираемся, их поздравляем, подарки, цветы, ну, в общем-то, и заодно застолье. Поединок проходит в два этапа. К первому участницы начинают основательно готовиться еще дома. Они находят самые необычные рецепты и воплощают их в жизнь. Или придумывают свои авторские блюда. Так как в этот раз женский праздник выпал на масленичную неделю, большое внимание уделили блинам. И это блинный торт у меня. Делала блины, жарила, слой. Блинчик ложишь, слой творога, слой. Блинчик, слой творога и так и постепенно. Очень люблю готовить десерты, люблю все готовить. Это у меня, ну, считай, с детства люблю. Это вообще печеночный торт. Излучает он весеннее настроение. Я вложила в него всю душу. Я обыкновенный человек, мать, и поэтому мне приходится готовить часто. Ну, каждый день что-нибудь готовлю. В рамках второго этапа в течение отведенного периода времени участницы готовят из определенного набора продуктов блюда, оформляют и презентуют его жюри и зрителям. Затем жюри дает свою оценку, учитывая оригинальность, композицию, внешний вид, креативность подачи и идеи. Для них, мне кажется, это в первую очередь как поделиться своими, наверное, идеями, что кто может, поделиться своими рецептами, вкусом, подачей. Этот вкусный весенний праздник имеет очень большое значение для каждого участника, ведь это позволяет им не только проявить свои умения и таланты в кулинарии, но и продемонстрировать свою любовь, внимательное отношение и желание сделать приятное тем, кто рядом. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.